Необходимо учить детей не только соблюдать правила движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие взрослые, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению. Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка. Находясь с ребенком на дороге, не спешите. Переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научитесь спешить там, где надо соблюдать и обеспечить безопасность. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать. Ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись, что все автомобили остановились и путь безопасен. Переходите дорогу только там, где обозначен дорожный знак «Пешеходный переход», а если его нет, на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Самые безопасные переходы – подземный и надземный. Из автобуса-троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. Выйдя из маршрутного транспортного средства, остановитесь. Не обходите стоящий на остановке транспорт ни спереди, ни сзади. Это очень опасно. Найдите место, где есть пешеходный переход, и переходите там. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас. Этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. Не выходите с ребенком из-за кустов или стоящих автомобилей, не осмотрев предварительно дорогу. Это распространенная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге. У ребенка должен быть выработан твердый навык. Прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Учите ребенка замечать приближающийся транспорт издалека. Научите его всматриваться вдаль. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля. Научите ребенка определять, какой автомобиль едет прямо, а какой готовится к повороту. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. Выполняя эти несложные правила, вы научите ребенка правильному и серьезному отношению к дороге и опасностям, связанных с ней. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Переходите дорогу только там, где обозначен дорожный знак «Пешеходный переход», а если его нет, на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас. Ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Не выходите с ребенком из-за кустов или стоящего автомобиля, не осмотрев предварительно дорогу. Учите ребенка замечать приближающийся транспорт издалека. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля. Учите ребенка определять, какой автомобиль едет прямо, а какой готовится к повороту. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. Запомните, что чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее для водителя транспортного средства в темное время суток и в непогоду. Помните,
Безопасность вашего ребенка в ваших руках.